Друзья, всем привет! С вами снова канал «Училка физкультуры в Эмиратах». И угадайте, где мы сейчас? Мы вернулись в Абу-Даби. У меня начались зимние детские каникулы, так как я училка, у меня 3 недели шикарных каникул. И мы вернулись в Абу-Даби, чтобы доснимать вам еще много интересного контента. Сзади меня, как вы уже можете узнать, отель «Редисон Блю Абу-Даби Корниш». Мы выбирали и снова выбрали именно этот отель. Соотношение цены, качества, питания, расположения, частного пляжа. Этот отель просто выигрывает практически у всех пятерок. Он обновился. Смотрим сзади фасад, его покрасили. Он сейчас выглядит новенький-новенький. Мы живем в другом блоке. Все покажем вам, все расскажем. Отель обошелся нам в $1100 за двоих за 10 дней. Вообще, первый раз, когда мы его забукали, было 1300. Но мы проверяли каждый день, увидели, что цена упала, опять забронировали, отменили предыдущую бронь и сэкономили $200. Вот такой вам лайфхак. Даже если у вас есть бронь, есть там бесплатная отмена, пересматривайте каждый раз цену на ваш отель. Сейчас начинаем новый обзор отеля Абу-Даби Редисон Блю Корниш. Ставим лайк, подписываемся, чтобы не пропускать ничего интересного. Поехали! Вход в отель немножко изменился. Раньше он был здесь, теперь его перенесли вот сюда. Совсем уж спрятали. Идемте посмотрим, что изменилось. Открываются. Хо, смотрите, растение аж от ветра зашевелилось. О. Меряем температурку, как обычно, и идем. Пол такой же, но я вижу, там впереди какие-то изменения все-таки есть. Рецепция. Здесь выезжают, заезжают люди. Ох, уже к Новому году все приготовили. История отеля, эти картины были. Помним, отелю более 50 лет. Но такие реновации, перестроения, молодцы. Улочка сувенирных киосков все еще закрыта. И вот здесь как-то эту стеночку сузили, оставив маленький вход. Такого не было, была широкая стена. Ну а здесь ничего не поменялось. Здесь центральные лифты, сувенирная полочка, где можно купить продукцию, можно купить гели, шампуни, полотенца. Качество здесь хорошее, мне очень нравится. Вот вся сувенирная продукция. В принципе, все уже говорит о Рождестве, о Новом Годе. И вот прекрасная елочка. Елочка, холл, в принципе, не изменился, только немножечко сузился. Вот звезда такая симпатичная, но не светится. И сама елочка. Вот, посмотрели холл отеля. Добрались уже в наш номер. Номер сейчас на 3-м этаже, 333. Сейчас заходим, посмотрим, сравним с предыдущим. Заходим в ванную. Ванная поменьше, так скажу. О, все, что я люблю, здесь есть. Смотрим, да, в прошлый раз была такая ванная, сейчас просто душевая кабина. И места не так много. Это значит, один из отремонтированных номеров. Даже повесить некуда будет наши все принадлежности. А душ тропический, душ... Кран. Ага, так. Еще биде есть. Подмывалочка, сами знаете чего. Туалетная бумажка. Стаканчики. Прекрасное зеркало, которое увеличивает. Так, наша дверь. Смотрим сейф. Шкафчики. Это фен. Закроем дверь. Вот, посмотрим, здесь у нас... утюжок. Очень удобная штучка ставить
свои вещи, чемоданчики, это холодильничек, обязательный набор, бутылочки и кофейки, чайки, сахарочки с чайником, с чашечками. Холодильничек, там ничего нету обычно. Вот это вот любимое место для удара головой. Сейчас я вам покажу, не знаю, зачем оно вообще здесь есть. Кондиционер есть. Управлять кондиционером здесь. Картины. Дальше тумбочка. Большая кроватища. Вот здесь немножко темновато сейчас. И места действительно меньше. Ну, все так же уютненько. И вот у нас самое главное, вид у нас на море сейчас. Ох, видим мы Марину Молл. И здание, где, помните, мы когда прогуливались, там предлагали купить квартиры, Фэрмонт, дорожку на пляж. Ну, так прекрасненько, посмотрим, как в нем будет житься. А штучка, которая гудела и не давала спать первую ночь в другой стороне. Ну, телефончик, стульчик, вот такой обычный номер, чуть меньше, чем был, но сейчас уже люди приезжают, дай бог, все будет хорошо, поэтому уже шикарные номера просто так не раздают. И большой такой экран. Хочу обратить ваше внимание, экран огромный. Ну, вот посмотрели номер, будем уже вносить вещи, заселяться. Вот наш номер, 3 троечки, и получается он находится прямо напротив лифтов. Ну, надеюсь, никто нам не будет мешать отдыхать. Ну, если что, просто можно нормально попросить людей. Смотрим здесь стены. Немножко в таком более белом цвете, а в прошлый раз мы были в другом блоке, который больше гармонировал с вот этим вот ковриком, такой сине-фиолетовый. Смотрим, где-то здесь еда стоит. О, прекрасно, люди, видно, карантин пересиживают. Сейчас выйдем и покажем второй блок, как раз направляемся к нему. И следующая часть лифтов находится здесь, прям между двух блоков. Помним, если вот нейтральный цвет, это убирать можно, можно не убирать. А если зеленый, точно просят убрать. Если красный цвет, заходить не надо. Люди либо отдыхают, либо чем-то заняты. Вот лифты у нас. И идем посмотрим уже следующий блок. Ковер здесь какой шикарный, мне вообще нравится. Прикольный ковер. Сейчас вот сравним стены. Здесь ремонт был сделан в первую очередь. О, лесенка стоит. Может, где-то еще что-то доремонтирует. Вот такие шикарные стены здесь. Кстати, мне они больше нравятся. Посмотрели мы оба блока. Оба новеньких, шикарненьких. Идем дальше. Посмотрим отель, пляж. Все расскажем, все покажем. Ресторан перенесли. Был абсолютно в противоположном месте ресторан. Сейчас перенесли. Шикарненько. Такие белые красивые столы, стулья. Интересно, будут предлагать меню, как в прошлый раз? Или будет все-таки у нас, как все включено, шведский стол? Ой, намного больше ресторан сейчас. Интересно. Сейчас обойдем его. Вот уже много-много изменений. Что у нас здесь? О, это на большее количество людей рассчитан, чем тогда был. Вот не маленький ресторан абсолютно. Сейчас кружочек сделаем. Такие гирляндочки красивые. Ну и санитайзер, конечно. Бренд этого года, самая популярная вещь после масок, конечно же, санитайзер. Ага, вон чаек, кофеек. Видно яркие-яркие улицы Абу-Даби. И вон уже люди садятся, пойдем занимать место. Посмотрим, принесут нам меню или будем открывать что-то с сюрпризом. И все-таки снова нам принесли меню, но на сей раз в меню больше опций. А вот что неприятно, воду на сей раз не предлагают, только платно. То есть ни фьюжн, ни просто воду, вся вода платна. Ну и ладно, не будем брать воду. Значит, стартеры у нас, можно выбрать что-то одно, или том-ям суп, или кремовый суп из курочки,
Дальше идут салаты греческий, вьетнамский, киноа-салат и просто healthy green, просто здоровый салат. Дальше основные блюда – это бириани из морских гадов всяких. Дальше тайская курочка. Дальше курочка со спагетти, барбекю, пицца. Такого не было на ужин. Биф-бургер, говяжий бургер. Нет, такого не было. Какой-то лэмб салона, что-то мясное. И палак панир – это вкусный рис с приправочкой из зеленого цвета обычно. И есть также вкусняшки. Можно выбрать что-то одно. Или какая-то соленая карамельная вкусняшка, или махалабия мы ели очень вкусные, или брауни шоколадный, или просто порезанные фруктишки. Сейчас что-нибудь выберем, определимся и вам покажем. Принесли наш первый заказ, стартер. Вот куриный супчик с сухариками, а у Наташи там вкуснейший том-ям. Надеюсь, что сильно вкусный. Если слышите такие звуки ремонта, здесь все еще... В соседних комнатах делают ремонт, и, кстати, это минус, потому что это действительно не способствует аппетиту, к сожалению. Так, принесли вторые блюда. У меня такая тушеная ягнятинка с рисом, а у Наташи, да, и картофель там плавает, у Наташи бириани, и там, да, что-то вот, и лавашек есть, и там должны быть морские гады, там где-то скрываются морепродукты, обязательно найдем их, и надеюсь, что будет вкусно. Что там, можешь? Поискать. Да, что-то есть. Что-то есть, вот, то есть есть точно. Ну, отлично, все. Значит, все нашли. Сейчас будем наслаждаться. Принесли наш прекрасный десертик. У меня махалабия, такая арабская сладость. У Наташи профитроли, такие заварные пироженки. А вот смотрим, появилась водичка. Знаете почему? Мы дружны с менеджером Мохаммедом, который руководит рестораном. Спасибо ему большое. Вот, кстати, он в черном пиджачке. Пришел, порадовался, что мы уже приехали, спросил, есть ли проблемы, сказали нам бы водички, и водичка появилась, как комплимент от Мохаммеда. Так что очень приятно. Старайтесь подружиться со всеми членами команды в отелях, и будет вам счастье. Вышли мы с ресторана. Вот лифтики, и все еще ремонтные работы идут. И как Мохаммед рассказал нам, здесь будет рецепция. Сюда будет перенесена рецепция отеля, и мы решили зайти посмотреть. Ну, очень круто. Очень-очень, даже очень. Не знаю, можно ли сюда заходить, но поскольку знака «не входить» нету, мы заходим. Вот двери какие огромные, уж не знаю, для чего это прям. Что отель все еще строится, расстраивается, переделывается, и ремонтные работы все еще идут. Ну, теперь понятно, почему такой шум был. Здесь что-то еще доделывали. О, здесь салон. Ага, интересно. Картины. Абу-Даби. Когда это было, и вот что есть сейчас. Очень такое милое сиденье с деревцем. И дальше еще уже идут коридоры, красивые такие. И, наверное, выход в номера. Круто! Пришли в номер, а тут приятный сюрприз от отеля Radisson. Прям... Мисс Ольга, мы вас приветствуем в нашем отеле. Ну, вообще приятно. Яблочко, грушки, сливка, виноградик, бананчики. Ну, приятно, когда тебя приветствуют. Ну, вот пятерочка за это. Молодцы, ребята. И сегодня вот мы на завтраке и смотрим. Открыто, открыто. Меню не дают. Открыта еда. А на самом деле вам не просто его откроют, вам просто будут его накладывать. Дотрагиваться самому. Здесь нельзя. Сейчас попробуем под цвет подойти. Значит, молочко, фруктики, арбузик, яблоки, апельсины, фиги, курага, грейпфруты, бананы, дыня и йогуртики. Такие йогуртики можно брать. Вижу, наверное, лесные ягоды, ванильку и обычный йогурт. Дальше фруктовый салат и нарезочки идут. Сырок такой вот
необычный с плесенью, сыр дурблю типом. Дальше есть мяско, дальше есть всякие начиночки. И вот молодой человек стоит и вам накладывает. Вы просто говорите, что вы будете кушать в данный момент. Ну, вот так вот интересно. Кстати, обратите внимание, фруктовый салат есть. Просто можете микс сделать, кусочки фруктов. Сейчас обойдем девушку. Так, идем дальше, посмотрим. Темновато как-то сделано так. Наверное, утро, 7 утра. Романтический такой у нас настрой. Ага, медик, джем и шоколадка, и хлебчик. Хлебчик вам тоже нарежут. А вот сладкий стол. О, эти вкусненькие штучки с начинкой из шоколада. Дальше круассанчики. Кексики, кексики. Ого, тут вот уже Наташа выбирает что-то. О, что там такое у нас здесь? Это грибы, это... О, какая-то пицца, грибы, это яйца. О, сколько ты взял? Покажи мне твою тарелочку. Вот. Ух ты, вот это да, круто как. Good morning. Как интересно. Ну, давайте дальше войдем. Слушайте, давно я шведского стола не видела. Больше года. Ага, здесь, то есть, много всего, и яйца, и вот, то есть, такой вот парень тебе, берешь себе парня, он тебя обслуживает, и тебе все кладет. А вот сосисочки, и все вот, вот такое сосисочное. Нет, помидоры есть, сосиски, ветчина. Круто, пойдем посмотрим, что выберем себе. А, one sausage, please. Нашла себе мальчика, будет меня обслуживать. Go to X. Пойдем к яйцам. Еще неудобно, человека гонять надо. А, you have only this one? And, you have omelet also. Yes, I want omelet. Which omelet you want? With cheese and mushrooms. Cheese and mushrooms? Yes. Вот, заказала 7 лет, но такое вот я не хочу пока, что я вижу здесь. Моя одинокая сосисочка лежит. Прекрасная. Ну, подождем, пока мне сделают омлетик. Вот, мне уже омлетик готовят. Прекрасно. Омлет лучшее, что может с вами произойти на завтраке, я уверена. Оп, ну, вот уже и готов практически. Сейчас добавят сыр и грибы. И омлетик ready. Тут у Наташи более разнообразное блюдо. У меня-то всего лишь там сосисочка, омлетик, хлебчик и вермишелька. Я как всегда. А, ну, расскажи, что там у тебя есть? Это макрель. Рыбка вообще? Да. Угу, круто. Каперсы, грибы. Угу. Это... Вермишелька, нудлс с чем-то. Тайская. Это сушеный, или как он называется, помидор. А, да, надо же. Ну, оливки вы видите, яйцо уже съела. Ты прям капитально прошлась, молодец. Это же завтрак, да? Это индийская штучка вкусная, такой парень. А, хлебчик, я думала, это пицца. Нет, это не пицца, это индийская. Я даже не знаю, как это пицца. Просто хлебушек, это блюкада, вода, да еще чем-то, и полито соусом небольшим. Все. Ну, а еще сырок. Сырок это с плесенью. Сырок с плесенью, оливочки, яйца, вот. А у меня еще йогурт Берри, и нам принесли уже кофе. Сок, водичку, все это включено в завтрак. Тогда же очень хорошо. Всем приятного аппетита. Thank you. Ну что, за 2 месяца нашего отсутствия здесь отель так ничего так улучшился. Но для полного представления в следующем видео мы еще пойдем и посмотрим пляжик. И тогда вот полное мнение. Ставьте лайки, дизлайки, дизлайки обосновываем, комментируем, подписываемся на канал. С вами была училка физкультуры в Эмиратах в отеле Radisson Blu Cornish Abu Dhabi.